Добрый день, Евгения Исаевна. На 10-м юбилейном съезде работников образования вы сказали, что качество жизни в качестве образования. Да. И нам кажется, что этот лозунг, эти ваши слова полностью описывают направление вашей профессиональной деятельности. И вот сегодня расскажите нам, пожалуйста, что такое образование для вас? Ну, это такой всеобъемлющий вопрос. Ну, скажем, для меня это, ну, если без пафоса, то образование – это практически все. Имея, конечно же, желание что-то знать, что-то учить, выучить или в чем-то разбираться и так далее, конечно же, обращаешься к книгам, к информации, перерабатываешь, анализируешь. Ну и в итоге из информации получаешь знания. Я помню своего учителя физики Валерия Никодимовича Сафронеев, который всегда говорил: надо на шаг вперед, быстрее, больше, дольше и глубже знать, чем там, скажем, твои соседи или твои одноклассники там и так далее. Это он, когда нас готовил к Олимпиадам. Ну, видимо, это так во мне крепко сидит. Но это не то, что я бахваляюсь, там, стараюсь больше знать, чем другие. Просто думаю, что образование – это для некоторых и спасение, может быть. А сегодня мы понимаем, что благодаря образованию, ну, вот на примере разных стран, конечно же, мы видим, что и обучение, и воспитание посредством, ну, скажем, приобретения этих знаний, люди становятся именно теми личностями, составляет то общество, которое принимает какие-то решения. И, в общем-то, в основе всего лежит образование. Вы прошли, начиная от муниципального уровня, и по сегодняшний день руководите крупным образовательным центром. Расскажите нам, пожалуйста, о реализации федерального закона об образовании в Российской Федерации 2012 года. Самый любимый закон. Закон об образовании. Да, какие пробелы, проблемы, возможно, вы столкнулись в рамках профессиональной деятельности? Ну, для того, чтобы принять вот этот текст в 2012 году, да, ну, в нашем правительстве, я тогда работала вице-президентом республики, были созданы несколько групп, а потом уже, придя в университет, мы с Михаилом Юрьевичем Присяжным занимались разработкой тех или иных статей. Конечно, придя в университет, я больше работала над теми статьями, которые направлены на высшее образование. Это, конечно же, и финансовые моменты. Ну и очень много, наверное, времени у нас ушло на то, чтобы вот такая категория, новые категории, как федеральный университет, как национальный исследовательский университет, чтобы они сохранились. И очень, ну, мы сегодня опять-таки с гордостью вспоминаем, что нам, например, удалось сохранить федеральный университет, и там нет такого, что можно эту категорию, например, снять, ликвидировать, там, отказать и тому подобное. Но в этом плане, конечно же, решение субъекта тоже много значит. Здесь желание субъекта должно быть. И в этот момент я упустила статью 8. Это то, что касается полномочий субъектов. Да, и почти 10 лет мы работали над тем, чтобы поменять пункт 3 этой самой статьи полномочий субъекта, дополнить, для того, чтобы субъект имел полное право. Вот раньше, до принятия этого закона, мы могли получать финансирование из средств субъекта, да? Квоты мы давали и так далее. Я даже помню времена, когда Анатолий Николаевич Алексеев говорил: зачем вы нам даете 200 квот за счет финансирования из резбюджета? Мы можем и набор не сделать. Ну, не сделаете, никто же вам замечаний делать не будет. Останется, значит, как экономия. А сейчас-то все дети хотят учиться. Неважно, как в школе они учились, какие знания и так далее приобрели. А то, что значение образования, ценность образования с каждым годом возрастает, понятное дело, что, ну, и родители хотят, конечно, чтобы люди имели, их дети имели хорошее образование. Ну и мы расширяемся, да, расширяем набор и так далее. И вот в этом плане, наконец-то, в этом году, в апреле, огромное спасибо нашей
Галины Акентьевны Данчиковой, в апреле этого года внесены изменения именно в этот пункт статьи 8. Теперь уже субъект вполне может финансировать высшее образование. В федеральных вузах, да. Поэтому вот такое право есть, и это замечательно, например. А теперь, благодаря, конечно же, президенту Российской Федерации, очень много изменений теперь появилось в бюджетном кодексе. И я очень надеюсь, что со временем, вот у нас же в университете есть лицей СУНЦ, это специализированный учебно-научный центр, да, там по 5 направлениям, 10-11 классы обучаются, это углубленное такое профильное обучение с элементами, кстати, с модулями из программ бакалавриатов, первые и вторые курсы, например. И, ну, для детей сегодня практически ничего такого невозможного нет. Даже они, я думаю, могут и вполне серьезно отнестись к таким вещам, которые раньше изучали, скажем, там, у святая святых в аспирантуре. Да. Мышление сегодня у наших подростков совершенно другое. И наша вот вторая школа, начальная школа, лаборатория, которая тоже занимается поиском нового содержания образования, да, для детей начальной школы. А мы ведь иногда анализируем время от времени, итоги подводим. Хорошее качество есть, и есть результат труда. Понятное дело, что все это надо группировать и каким-то образом где-то это размещать. И вот, например, для университета иногда, конечно, на все вот такие как бы дополнительные программы денежных средств не хватает. Поэтому очень хорошо то, что в этом году наш глава Асений Сергеевич принял решение предоставить грант для, ну, в форме субсидий для нашего СУНЦа. И это как раз вот скажется на тех детях, которые к нам поступают, они будут учиться полностью бесплатно. Да. Да, вот это, я думаю, что как раз самая такая хорошая результативная поддержка наших детей, нашей молодежи. Да. После окончания СУНЦа, надо заметить для родителей, 100% поступление в самые лучшие вузы, в том числе, конечно же, в СУФУ. И вот что бы я бы хотела поменять в этом федеральном законе, да? Да. Конечно же, я бы очень хотела, чтобы были продуманы вопросы, которые касаются полномочий родителей. Mm-hmm. Да. Вот как-то в свое время мне не удалось, ну, когда вопросов очень много, проблем много. Приоритетные до всего все-таки сразу, решаются. Да, не доходишь. Mm-hmm. И я очень сожалею, что все-таки родители до сих пор себя не чувствуют заказчиками, интеллектуальными заказчиками своих детей. А что это означает? Это же не просто, что родитель постарался, и ребенок поступил, например, в городской лицей, или там национальную гимназию, или там ФТЛ, например. Речь-то не об этом. Он, как интеллектуальный заказчик, должен иметь полное право и обязанность еще, что он может приходить на уроки, например, он может разговаривать с учителями. Ну, в основном-то подавляющие родители сегодня имеют же профессиональное образование. И, естественно, любой, будь он инженер, будь он, скажем, строитель, или там, ну, инженер-строитель, или врач, или там, скажем, биолог, или, ну, даже в качестве министра, экономиста и так далее. Любой родитель, он должен быть заинтересован в хорошем образовании своих детей. И он по месту жительства, почему в законе так определено, потому что близко к дому, да? Расстояние небольшое и так далее. Он не должен ходить искать по всему городу, например, где лучше преподают. Лучше преподавать надо, конечно же, научить и тот же педколлектив. Поэтому вот эту часть, к сожалению, ну, может быть, раньше мне говорили, это фантазия Михаила. Да, а сегодня я чувствую, что самый лучший родитель, то есть самый лучший учитель, это все-таки родитель. Да, чисто, если вот так посмотреть, и с точки зрения психологии, и вообще практической жизни. Первое общение, первое, скажем, взаимоотношения и так далее. Закладывается родителям. Да, дома, в семье, конечно. Mm-hmm. Иногда мне делают замечания, типа, вы, Евгения Исаевна, вот ввели единый госэкзамен. Я говорю, минуточку, немножко не так. Это, слава богу, что у нас есть вот такой совмещенный, выпускные школьные и вступительные университетские, например, да?
как во всем мире да. есть. Во всем мире есть. А когда, так, это был 99-й год, в октябре, когда нас в министерстве собрали, ну, в Москве, и нам раздали проекты документов о том, что буквально вот с июня 2000 года в стране будет вводиться единый госэкзамен. Ну, понятное дело, что я пошла выступать, но меня пригласил министр Владимир Михайлович Филиппов выступить. Ну, и я первым делом сказала, что мы не можем сегодня вот так скоропалительно, а сразу же, буквально через полгода, вводить это дело. Конечно, надо людей обучить, во-первых, этим технологиям. А во-вторых, все-таки давайте мы введем его в порядке эксперимента. На что мне было сказано, ну, Евгения Александровна, вы что, федеральный закон не знаете? Согласно закону, значит, итоговые экзамены – это прерогатива министерства федерального, что они принимают решение, какая форма экзаменов и так далее. Ну, пришлось вспомнить математику. Вот математика всегда помогает. Я говорю, вот вы же, говорю, математик, Владимир Михайлович. А как люди сегодня складывают или вычитают обыкновенные дроби? Ну, 2/3 прибавить 4/7, например. Все начинают складывать числитель с числителем, знаменатель со знаменателем. На самом деле надо находить общий знаменатель. Ну да, ну вот. Зал зааплодировал, да, и, в общем, решение было принято. Якутия получила в тот год 42 миллиона рублей, но в следующем году на то, чтобы изучить вот эту самую новую технологию. И в 9 лет эксперимент шел. И то, что раньше, если дети наши поступали где-то в высшее учебное заведение, в центральные вузы, эти данные даже у Михаила Ефимовича нашего президента тогда были 25%, не более, иногородних. Поступали в центральные вузы, особенно там Москвы и Санкт-Петербурга. А благодаря ЕГЭ ситуация поменялась. ЕГЭ как раз вот справедливость восстановил. Где-то около 75% поступает иногородних, так скажем, для Москвы, например. Потому что баллом-то на самом деле, ЕГЭ, да. Там мы, неважно, откуда ты, из Москвы, из Заполярья или там... Якутии или Татарстана. Главное, вот твои баллы, твои знания. Объективные. Вы являетесь реформатором, инноватором. Вот даже внедрение ЕГЭ, затем вы работали в период как раз-таки вот внедрения Болонской системы образовательной. И как вы думаете, вот и ЕГЭ, и Болонская система, как они адаптировались под наши реалии? А вот, например, по Болонской системе, насколько наши студенты быстро адаптировались и профессорско-преподавательский состав, насколько он принял? Ну, многие элементы, значит, практически в нашу жизнь еще не вошли. Например, PhD, да. Допустим, ну, в основном, как у них считается на Западе, как докторская, например, степень, у нас нет. У нас кандидатская и докторская так и остались. Ну, наверное, это хорошо, с одной стороны. А я, будучи министром образования в то время, а потом уже став заместителем председателя правительства, очень просила, чтобы университет наш, например, сохранил инженерные специальности. Мне и тогда было непонятно, что за бакалавр строительного дела. И сейчас непонятно. Вот если бы поменяли, ну, скажем, квалификационные характеристики и так далее, да, и там, например, ну, это в 2012 году я смотрел, там, например, было написано, кто может работать прорабом на стройке? Инженер-строитель. Угу. Инженер-строитель – это, значит, со специальностью, образованием, значит, полученный диплом специалиста. А в данном случае бакалавр строительного дела по этой самой квалификационной категории как раз получается, что не подходит. Ну, может быть, за этот период уже поменяли, просто не в курсе. Но, конечно же, это был, ну, с точки зрения тех же самых строителей, производственников, что это не совсем окончательный продукт. Ну, то же самое я, конечно же, кроме инженеров, я писала и по поводу учителей, что да. все-таки даже 5 лет недостаточно для того, чтобы овладеть методикой. Учебный материал можно выучить, а методику
технологии передачи. Это практически там остается, ну, практика, пассивная практика, потом более активная практика. Мне, например, повезло, что я работала учителем математики на 4-м, на 5-м курсах, вот в 29-й школе. Было очень приятно и очень интересно. То есть я прошла практику полную. А потом уже через много-много лет, в 2000 году, когда меня пригласили во Францию, я увидела там, что практически вот образовательные программы, где, по которым готовят педагогов, оказалось, она существенно отличается от наших программ. Это как раз вот бакалаврские программы. Последний курс, 4-й, студент, который готовится стать учителем, педагогом, обязательно с 1 сентября или там с 28 августа, или там с 1 июля, ну, в зависимости там от национальной системы образования, начинает, значит, свое будущее такое учительское мастерство оттачивать конкретно в этой школе в течение всего учебного года. И в конце учебного года уже педколлектив решает, работать ему учителем или нет, и какую оценку ему поставить, например. И они вот такие имели значки, советник по воспитанию. Когда я здесь вот, ну, учитывая, что у семьи не только там, скажем, учебные проблемы, самое главное ведь воспитательные, поэтому... А опять-таки классный руководитель, 30 человек, 25 человек, это как бы норма, все равно всех не может охватить. Ну, нагрузка такая, да, достаточно. Ну, по опыту многих стран, мы в 97 году, правительство тогда приняло решение о введении штатных единиц психологов и социальных педагогов. Чем занимается психолог? Это вот как раз те взаимоотношения, которые школа должна выстраивать с семьями, с родителями. Вот практически, ну, сегодня приходит осознание того, что это очень нужно. Нужно прежде всего для людей, для родителей и для самих учителей. Но я, например, всегда думаю о том, и когда сама работала руководителем, всегда на это внимание обращала. Если ребенок, особенно подросток, занят, увлечен чем-то, понятное дело, что ему будет некогда совершать, там, скажем, какие-то неправомерные поступки. Это я даже как бы по себе знаю. Я когда пришла работать молодым учителем в 13-ю школу на Грысь, ну, я не знала, что педсовет будет длиться 5 часов. Да, и на 7 часов я, ну, с подругами должна была пойти в кино, в кинотеатр центральный, на 7 часов. И что вы сделали? Ну, педсовет начался с 2 часов. Ну, все идет, и вот подошли к распределению обязанностей. Ну, классы там между предметниками, классы руководства, да, и такие общественные организации. Меня очень удивило, что особенно такие уже в возрасте учителя не хотят работать классным руководителем. Это для них такая нагрузка, да. Не хотят ходить по семьям и так далее. А когда дошли до комитета комсомола и, значит, комиссии по делам несовершеннолетних и учет, значит, тех, кто, ну, вызывает недоверие, и таких вопросы. Детей оказалось большое количество. Угу. Ну, никто не хочет брать. А так как мне надо было бежать, я руку подняла, ну, мне Валентина Ивановна говорит, да, вот наш молодой специалист. Я тоже что заметила, когда она меня представляла в самом начале, это директор школы, мало кто обернулся и на меня посмотрел, на молодого специалиста, молодого коллегу. А тут я, значит, ну, когда она мне слово дала, я говорю, а можно мне вот поручить класс руководства в 6-м Б, если там никто не берет, и можно ли, значит, комитет комсомола, ну, и работу с милицией и с подростками, и с их семьями неблагополучными. Тут все разом повернулись и на меня посмотрели. Ну, возможно, кто-то подумал, выскочка, кто-то подумал, на порох они нюхала. В жизни не видала. Одобрили. Ну, и я говорю, а можно, говорю, Валентина Ивановна, мне уйти? Она говорит, а почему? Я говорю, ну, я в кино опаздываю. Тут, конечно, все засмеялись, не отпустили. Так и не ушли? Да.
Потом я, когда через 2 года вышла замуж и уехала, вот и директор Валентина Ивановна, и завуч Ангелина Федоровна, они все время мне писали письма и говорили: возвращайтесь. За эти 2 года, ну, оказалось так, что правонарушений и новых постановок на учет в милиции не было. По той простой причине, что мы там с молодыми учителями занялись нашими, особенно подростками. Занимали их время? Да, и мое, значит, время как раз вот уходило. Я плохо играю на гитаре, да, ну, можно сказать, что почти не умею сегодня, если так. Но я во дворец сходила в детство, ну, Дом пионеров, научилась брать 2 аккорда, так, потому что первый вопрос, который я задала подросткам: чем бы вы хотели заняться, они сказали: мы хотим играть на гитаре. Вот из этих подростков 2 стали артистами. Даже так? Даже, да. Ну, я пошла в первую зарплату, я купила гитары, 6 шестиструнок и 1 семиструнку. Ну, больше денег не хватило. Да, и вот собрала их в этом спортивном зале школы, и мы там каждый вечер занимались. В 10 часов вечера они меня дружно провожали. И практически вот то, что как бы получается, что я вкладываюсь, но я в основном, там даже их учить не надо было, там такие талантливые дети были, и сами играли, сами, значит, находили музыку, там сами, ну, мало кто там понимал, наверное, в нотах и все такое, но этого и не требовалось. Просто такие концерты, надо было, да? Да. Ну и любимая математика. А я иногда вот или директор, или завуч вот заходили, смотрели, что там в спортивном зале творится вечером. Ну, иногда были там соревнования и так далее, но в основном нам, конечно, удавалось там заниматься. Я сидела, проверяла тетради. Вот точно вот такого управлять, прямо вот там показывать и так далее, уже... Не было необходимости. Да, не было необходимости. Вот они сами собой управляли, сами себе помогали там друг другу. И практически это большое количество детей этим занималось. И я вот 100% уверена, если люди заняты, неважно в каком возрасте, чем-то заняты, увлечены и так далее, конечно же, дурных мыслей не должно возникать. Не полезут они. Конечно. А кто такой востребованный специалист сегодня? Вот лозунг «Кадры решают все», он на сегодняшний день остается актуальным? Ну, можно, наверное, сказать, что кадры решают, но не все, наверное, да? Там, это, во-первых, есть же законы, правила там, и так далее, нормативные акты. Ну, а так для меня специалист – это, прежде всего, человек обучаемый. Обучаемый. Обучаемый, который и сам себя обучает, и вполне доступен для того, чтобы познать новое посредством чего-то. Или там через интернет, через компьютер, может, телевизор, там, радио. А может быть, там с каким-то человеком, наставником, другим специалистом. Ну, то есть это главное. Угу. Если мы говорим про обучаемость, то сейчас вот на повестке, ну, вообще актуально очень, что наша молодежь, она обучается вот на краткосрочных курсах. Тренинги, курсы, мастер-классы, их огромное количество. И на этом фоне, ну вот тем самым они приобретают какие-то дополнительные профессиональные навыки, либо своего рода переподготовку проходят. И вот на фоне этой динамики университет на сегодняшний день какой социальный заказ должен выполнять, и чтобы быть в ногу со временем и не отставать от развития молодежи? Ну, со временем все-таки приходит осознание того, что экономика, промышленность, ну, неважно, предпринимательство, там, медицина, например, да, или та же педагогика, они, конечно же, требуют специалистов, да? И можно, конечно, большое количество выпустить тех же педагогов или тех же инженеров-строителей, но они могут и не найти работу. Поэтому, конечно же, университет, вузы, ну и СПО, конечно, в первую очередь должны смотреть, анализировать, какие могут быть рабочие места, интересоваться видами экономической деятельности. И, с одной стороны, иногда и подсказывать тем же руководителям муниципальных образований,
или тем же руководителям даже своих там каких-то там, скажем, компаний, предприятий и так далее. Потому что в конечном счете человек-то счастлив тогда, когда он диплом получает, да, у него есть профобразование, но далее он становится более счастливым, если он нашел себе ту работу, которую хотел, например. Адресуя нам, своим студентам, сказали, вы должны быть хотя бы на одну книжку выше своего собеседника. Расскажите нам о своей библиотеке, пожалуйста. И вот в зависимости от исторического периода, возраста, профессиональной деятельности, настольные книги меняются. Какие они у вас сегодня? Ну, я вот с гордостью и детям своим, внукам, конечно же, рассказываю о том, что мне родители оставили 4000 разной литературы, художественной, научной, ну и, конечно же, энциклопедии. Сейчас в основном у меня остались энциклопедии. Мы как-то вот соревновались с министром строительства Юрием Николаевичем Буслаевым и свои домашние библиотеки дарили школам. Ну, он, конечно, меня, как бы скажем, переплюнул. Я где-то около 2500 раздарила. Ну и также пластинки вот эти хорошие для детей тоже. Ну а так, сейчас настольной книгой для меня, конечно же, является профессиональная литература, психология, вопросы психологии, потому что приходится решать разные, там, скажем, в этом направлении вопросы. И очень люблю и никогда не могу себе отказать научную фантастику, обожаю с детства. Ну и, в-третьих, журналы, но они тоже, опять-таки, профессионального такого направления. Вопросы профориентации у нас сегодня сами собой вытекают. Насколько у нас система образования справляется с этой задачей профориентации? Ну, наверное, думаю, что не совсем справляется. По той простой причине, что, ну, что там далеко ходить, это практически... Ну, я школу закончила, могла стать и тем, например, да. Не получилось, так получилось. У меня, например, была путевка Мехмат Новосибирского университета. Академгородка. Да, по итогам Олимпиады. По физике у меня было второе место, по математике пятое. Ну и была такая, как говорят, бесплатная путевка. Или второй Московский медицинский университет на приборостроение. Меня это очень интересовало. Ну, я как-то так... Ну, росла же в мужском, можно сказать, окружении. Три родных брата. Ну, и один брат, которого тоже родители воспитывали. И тут чуть позже уже, когда я уже университет заканчивала, появилась еще и сестренка. Ну, дети родственников родителей. Поэтому в мужском обществе, конечно же, приходилось соответствовать и, конечно же, разбираться во всех деталях, мопедах, мотороллерах, например, и практически разобрать, собрать – это считалось делом чести, например. Ну и нормой. Смонтировать, да. Первые наши радиоприемники и так далее. Ну, то есть, это паяльная лампа там. Это как бы дело порядки такое вещей. Было. Да, порядки вещей было в нашем. Я вообще даже куклу не играла, например, в детстве. Да, и не от того, что не хотела или кто-то там мне не покупал, а просто не было желания, например. И когда, опять-таки, в данном случае, благодаря чрезмерной опеке учителей моей любимой второй школы, как-то мои родители, которые всегда вдвоем, папа с мамой, или вот с тетей, с маминой сестрой, ходили на родительское собрание, вдруг они решили, что Женя никуда не поедет, будет учиться здесь, в Якутске. Чтобы замуж не вышла. Ну, такое бытовое. Тогда такая профориентация у вас была со стороны родителей, да? Да. Ну и, значит, я долго сидела, никак никуда документы не сдавала. Там спорила иногда с папой, мама вообще не разговаривала. А папа все говорил, ну, кем ты пойдешь работать? Там полы мыть или там посудомойкой и все такое. Я говорю, ну и что, живут же люди. Ну, в общем, в таком это. Но последний день все-таки, видать, там ночные разговоры родителей привели к тому, что папа уже так-то утром встал, говорит, пошли сдавать документы.
Ну, я говорю, ну ладно, пошли. И он пригласил одного из моих одноклассников, и вот мы втроем ходили, ну, по всем факультетам практически. Ну ладно, говорю, пойду в медики. То есть никакой профориентации. Но там меня сразу повоспитали. Там, ага. Пока в очереди последний день был, народу очень много было. Угу. И задали вопрос, а вы, девочка, боитесь вида крови? Я говорю, ну, вида крови-то, может, я не боюсь, а укол? Я говорю, ну, неприятно, но ничего, не боюсь. И такой вопрос, будете кусать язык мертвому? Я говорю, а зачем? Поворачиваюсь к своему однокласснику, а он уже сдал туда документы. Я у него спрашиваю, ты, говорю, будешь кусать язык мертвым? Он говорит, да я готов, говорит, стакан гноя выпить. Вот до сих пор помню. Ужас. До сих пор помню. И мне стало так это, ну... Неприятно. Ну, не то, что неприятно, вообще плохо. Я вышла из этой очереди. В общем, мы туда-сюда ходили, встретили на улице мою учительницу русского языка и литературы Татьяну Васильевну Скрябину. Она, конечно, папе сделала замечание, что надо Женю как раз вот направить в историко-филологический факультет. Там новую специальность открыли, археология называется, там т.д. и т.п. И адрес назвала неправильно, Ярославского, 5. И вот мы это Ярославского, 5, ну, 5 раз точно обошли улицу Ярославского, ничего не нашли, да, и пришли в физмат-факультет. Хорошо, что не нашли. Из духа сопротивления я вместо физики подала на математику. Вот так. То есть была профориентация, наверное, была такая обширная, возможно, да? Потому что, с одной стороны, родители уж точно с нами занимались, со всеми. И, ну, я даже помню их разговоры. Папа на якутском, сунтарский, потому что мама по-русски, алёкминская, потому что, да. Ну и их любовь. Папа математик, мама филология, хотя они были экономисты, бухгалтера и экономисты. Все равно, значит, вот как-то культ математики, физики, химии у нас. Дома чувствовалось. Да, и русского языка. Жаль, что не английского, но так вот это все способствовало тому, что все-таки мы все выучились. А какие теплые воспоминания у вас о родителях? Что вы вспоминаете, когда спрашивают о ваших родителях? Ну, практически, как бы, скажем, все. Но мои родители, прежде всего, я думаю, что они были очень хорошие люди. Люди, я даже вот помню, как некоторые соседи, папа с охоты приезжал, и некоторые соседи говорили, вы нам уже второй раз эти там уток приносите. Ну, то есть доброта и оказание помощи. Я всегда помню, что у нас дома были и сунтарские родственники, и алёкминские, ленские родственники, например. Всегда жили. Но никто у нас не ворчал, что вот там банку варенья привез и живет тут целый год, да? Как сейчас, но некоторые же так говорят. Ну, есть такое, говорят, да, не исключено, же. Да. Нет, наоборот, так заботились о своих племянниках. Ну, с одной стороны, вот плоды их такого доброго отношения к ним мы на себе тоже испытывали и испытываем. Мы же говорим, что есть язык любви. Какой их язык любви был по отношению к вам? Как вы чувствовали, что они вас любят? Ну, вот в детстве, если погрузиться в воспоминания. Я где-то в классе в 10-м первый раз пошла к однокласснице своей. Ну, надо было там какую-то, не помню, работу какую-то написать. А она руку сломала. Ну, и не могла выходить, и я как бы в порядке помощи пришла к ней домой. Меня это, конечно, ну, вот опять-таки вот перед глазами стоит. Мебель такая лакированная. Там полы такие блестящие, ковры. Ну, и такой строгий папа, который обедал. Мама стояла рядом. Мама стояла рядом, и у нее тут полотенчика висело на руке, как официантка. Я даже сначала подумала, что это, возможно, не мама. Ну, мне назначено было в 2, но я в 2 и приехала, пришла. Недалеко было. Но отец еще не закончил обедать. Он обедал один. Меня это так поразило.
Да, и через некоторое время, когда он уже уехал на работу, значит, там посуду уже убрали и так далее, пригласили мою одноклассницу кушать. Меня, конечно, не пригласили, но я сильно и не переживала по этому поводу, да. И хотела посмотреть книги в шкафу, в книжном. Они были закрыты. Ага. И потом, когда уже подруга закончила обедать, пришла, и я ей говорю, а можно взять, почитать? Я выросла на книгах Фенимора Купера, например, да, Жюль Верна и так далее. Ну, и хотела, не помню, там, Айвенга или что такое было, там рисунок был такой рыцаря, какой-то незнакомый. Ну, она сказала, что у нее нет ключей от этого шкафа. Меня это очень поразило. У нас дома, можно сказать, что двери не закрывались. У нас практически и мама, и папа всегда говорили, вот у нас богатство, это наши дети. Так, плюс к ним книги, носовые платки и носки. Вот и все. Вот и все. Никакого там большого, поклонения хрусталю, там, коврам. Мы, наоборот, ковры – это, к сожалению, аллергия. Хрусталь – это, мужики одни. Зачем им там хрусталь и так далее. В этом плане не сказать, что семья бедная, да, там практически все было. А мама моя, она, сколько себя помню, всегда была председателем родительского комитета школы. Второй. Тоже деятельная. И вот они с папой покупали, тогда по всеобучу полагалось, малообеспеченным семьям помогать, по всеобучу деньги выделяли. И иногда бывало так, что, конфликты были, особенно у подростков. Я вот помню одного мальчика, который у мамы требовал не валенки, деньги по всеобучу только на валенки. А мальчик, я его до сих пор помню, Филипп Чупров, требовал, чтобы ему купили летческие эти унты. Обувь. Их, во-первых, не продавали, эти унты, да, как те, которые летчики носили. Но у меня папа где-то нашел. И никто не спрашивал с этого Филиппа Чупрова, чтобы он заплатил, тем более со школы. То есть это я всегда помню, что они всегда сами все доплачивают. Потому что это для детей. Я даже помню, как вот сейчас же говорят, раньше, в советское время, у школы, то есть школа не собирала денег у родителей. А я помню, как мой папа всегда маме докладывал в школу, он 23-ю отнес 10 рублей, во вторую школу отнес 10 рублей, да, за одного человека. И краску банки. Во второй школе попросили белую краску, в 23-й попросили для пола, да, половую краску. И еще плюс сам идет, отрабатывает. То штакетник ремонтирует, то еще что-то. В субботу, воскресенье. Безучастными не оставались. Да, и это несмотря, какие бы должности они ни занимали. Вообще благодарна своим родителям. Так вот. А какие проекты вы вспоминаете с гордостью сегодня? Очень много проектов, интересных проектов. Но если вот так результативно, да. Это то, что, например, мы отстояли детские сады. Это я когда в Горано работала. А тогдашний министр финансов окрестил детские сады как завоевание социализма. Да, и вместе вот с Хакамада, она тогда была депутатом Государственной Думы, хотели, детские сады приватизировать, или, отправить их на полное обеспечение родителей. То есть родители должны были платить полную стоимость этого ребенка в этом детском саду. А так они до этого платили только некоторую долю, до 3% от питания. Зарплату не платили, зарплату платил государство. Я, недолго думая, пригласила заведующих детскими садами. Мы нашли там 5 или 6 детей, работников Минфина, в том числе заместителей министра финансов, да, и сказала, что вы не самые бедные, давайте с вас начнем. И если вы в течение недели оплатите полную стоимость этого ребенка в детском саду, тогда пойдем дальше по другим начальникам, ДП-1 и ДП-2. Меня месяц критиковали, ругали, по телевизору показывали,
такая щекая. Ну, я потому что через неделю, когда они не оплатили, я детей вообще-то запретила пускать в дошкольное учреждение. Да простят меня эти дети на сегодня. Но это делалось ради всех других детей. Общего блага. Да, и пока министр финансов не отозвал свои письменные указания, значит, я этих детей не пускала. В конце концов, ну и общество повлияло, и тогдашний мэр Алексей Александрович Томтосов. Угу. Да, вот он занял такую позицию, потому что жалобу ему тоже писали на меня. Да, но он принял принципиальную позицию. И сегодня я очень радуюсь, что дошкольное образование признается и обществом, и государством, и финансируется. Или вот закон о образовании. Я вот как-то говорила в интервью, это был 1 сентября 92 года. Сижу, почту смотрю, завгорану, и вдруг такой топот в мэрии на 4-м этаже. Но я вышла в коридор и смотрю, идет толпа возмущенных людей. И первый мужчина, который впереди шел, крикнул мне: «Где тут школьная пионерская мафиози?» Ну, наверное, говорю, это я в школьной пионерской мафиози. Ну, раз завгорано. Ну, вот они зашли в кабинет, некоторые остались в коридоре. Оказалось, что их детей не приняли в 10 класс, 24 школу. Я звоню директору Людмиле Игоревне Повецкой, и она мне говорит: я приехала из Санкт-Петербурга. Вы знаете, Евгения Александровна, новый закон вышел федеральный. Ну, я на тот момент молодая была, сильно в законах не разбиралась и даже не обращала на это внимания. Угу. Говорят, что сейчас новая школьная концепция, никого тащить учиться за уши не надо, не хотят учиться, пусть работают. Она конкурс провела, некоторых приняли, некоторых не приняли в 10 класс. Я говорю, я отменяю ваш приказ, вы этих детей примете, сейчас к вам родители придут, а если вы это не исполните, я первый раз и последний раз применила такое вот как бы методику, сказала: уволю вас. Радикально. Но я не думаю, что Людмила Игоревна испугалась меня, мы с ней до сих пор дружим, она сейчас в Санкт-Петербурге живет. Да, и... Но она, конечно, детей всех приняла. Тогда я занялась этим законом и точно увидела, что с 1 по 9 класс обязательное доступное базовое образование. Но там нигде не было написано, что в 10 класс по месту жительства значит, не принимать. И там не было написано, что по конкурсу надо принимать. Да. Угу. Но вот обязательность государства гарантировала с 1 по 9. Я звоню министру, тогда министром был Егор Петрович Жирков. Говорил тоже вот о демократии, там, о доступности. Я говорю: а куда дети должны пойти? Угу. Тогда я пошла в Жиркова Александра Николаевича. Он тогда был комитет по образованию. И там такие умные депутаты были, вот как Александр Сергеевич Уаров, Боровиков Валентина Ивановна, Ульяна Алексеевна, Винокурова, Цегольник Владимир Владимирович, по-моему, был из Нерюнгри. Вы знаете, вот они приняли решение, что нужен другой альтернативный закон сохранить, чтобы была обязательность государства и обязательство молодого человека или закончить среднюю школу, или, значит, СПО. 3 года мы боролись за то, чтобы принять такой закон. Когда закон приняли, ну, на тот момент, с 1 января 96 года он стал работать, наш республиканский закон, несмотря на сопротивление. То есть это я к тому, что вот такие хорошие проекты реализовались. Но я уж не буду говорить там проекты, которые касались, там, скажем, создания федерального университета, да, как бы да, это все известно. Это уже факт. Да. И я думаю, что вот те темпы, которые набрала наша система образования, я помню, как Михаил Ефимович однажды так сокрушался, почему нет наших школьников в составе национальной команды сборной по математике Российской Федерации. Вы же математик. Я говорю, ну, я как раз и работаю над этим, чтобы мы там будем. Ну, еще 2 года, говорю, надо, чтобы все-таки обучить учителей, тренеров и так далее. Но я тоже вот благодарна, что и санкт-петербургские ученые, преподаватели, и московские все откликнулись. И вот для меня главной гордостью, конечно же, является то, что в бытность министра Михайловой
значит, наши ученики были членами национальной сборной команды Российской Федерации по математике, по физике, иногда по информатике и один раз даже по английскому языку. Результативно. Да. То есть это вот как бы чисто в профессиональном плане. Конечно, кому-то это может быть и неинтересно, но для меня это результат. Так это результат огромной работы системы в целом? Да, главное, результат для человека, маленького человека, для растущего человека. Ну, практически мы старались работать так, чтобы никому не было в этом плане обидно, что в детстве вот он имел тягу к физике, например, и тут не было таких условий, что оно не реализовано. Сегодня условия тоже создаются, и на самом высшем уровне этому уделяется самое серьезное внимание, да? Но все равно вот эти маленькие школы, я их называю школы малокомплектные, школы под подушкой родителя, пользу для детей не приносит. Вечная нехватка кадров. Это просто невозможно обеспечить так же, как полнокомплектную школу с всеми учителями-предметниками. Я вот до сих пор помню, когда пришла работать в министерство, я сделала анализ, и около 6% учителей были непредметники. Ну, вы представляете проблему? Физику преподает учитель физкультуры. Я, конечно, меры приняла, но пришлось найти дополнительные средства, чтобы тех учителей, которые ушли на пенсию здесь, в городе Якутске, опыт работы-то у них есть, на более повышенную заработную плату направлять в наши районы, например, да? Тем самым мы вот закрывали вакансии и так далее. Но это определенный период. Потом мы придумали обеспечение молодых специалистов жильем. Вячеслав Анатольевич Туров сразу поддержал. И вот такая программа, она очень хорошо работала, и слава богу, что Егоров Насть поддерживал, а и Галина Акентьевна, это все сегодня работает. Ну, теперь уже на всю страну, например, это работает. В своих воспоминаниях Изабелла Ивановна Григорьева, народный депутат Верховного Совета ЕАССР трех созывов и министр просвещения ЕАССР, да, мой министр, да, 81-88 годов, пишет: «Вот передо мной листок из рабочего блокнота о встрече с работниками РАНО-ГАРАНО». Где отмечено: Евгения Исаевна Михайлова, урок правды, урок действия, урок влияния. Какой, на какой урок сегодня Евгения Исаевна хочет обратить внимание молодежи? Ну, конечно, урок правды. Правда дороже всего. Я когда была маленькая, я у папы спрашивала, это мой такой семейный секрет, я вот раскрою. Ну, я у нее спрашивала, вот, правду всегда надо говорить. Моя мама, она из семьи революционеров, а у нее прапрадед в полицейный и так далее из Иваново-Вознесенска. Ну, вот в характере, вот правда и все тут. А папа, он ну, из хорошей такой зажиточной семьи и так далее. Ну вот, но у него было такое понятие, что всегда надо говорить правду и только правду, но иногда ее не договаривать. И вот эту вот часть, иногда ее не договаривать, каждый, конечно же, понимает по-своему. Интерпретируется по-разному. Но когда мама начинала с ним спорить, он мог ей сказать: ну, тебе же не понравится, тебе скажут, что у тебя слишком курносый нос. Конечно, моя мама говорила, ну да, так люди же, мол, культурные, они так не скажут. Но все равно были люди, которые могли так сказать, например. И сама она могла тоже так же иногда себе позволить. И мы знаем Евгению Исаевну как маму многих поколений якутян. А какая мама Евгения Исаевна сама? Дома? Нормально, обыкновенная. Строгая мама? Ну, требовательность, там, дисциплина. Не, ну я вообще выполнить дело, сказал, никогда никому, сделал. Не то что там родным детям, вообще никому не говорю, чтобы по стойке смирно ходили и так далее. То есть у меня никто по стойке смирно не ходит. А какие семьи? Я очень люблю, когда со мной дискутируют, когда полемизируют, когда задают вопросы. Когда есть вопросы, я всегда говорю о том, что... Вы же, наверное, помните, как я вам всегда рассказывала один такой старый, престарый анекдот про чудо-юдо, помните? Да. Да. Чтобы остаться в живых, надо задать вопросы. Да, ну вот я всегда этим руководствуюсь. И очень мне нравится, когда, скажем, там,
заботу дети проявляют. Забота – это не там, что там цветы купили или там дорогой подарок подарили, например. А для меня забота – это, конечно же, звонят, спрашивают, как здоровье, чем помочь и все такое. Это уже проявление заботы и со стороны матери тихое понимание того, что они тебя не оставят. Ваши пожелания вашим коллегам, педагогам, всем якутянам. Что можете сегодня сказать им? Ну, конечно же, хорошего настроения, оптимизма. Все в этой жизни в наших руках, как жизнь доказывает. И мы не можем эти самые руки опускать. Успехов всем, хорошего здоровья. Ну, уже сегодня наукой доказано, что здоровье зависит от твоих дум, от твоего настроения, от твоего вдохновения и отношения к жизни. Благодарим вас за откровенный разговор. И мы желаем вам реализации еще многих проектов, успешных проектов, крепкого здоровья, долгих-долгих лет жизни.